танчить на первом боссе. Герцогиня, во время вихря разбегаться. Знаешь эту фишку? Отлично. Дайте защиту от тьмы, присты. Значит, первый босс... А, давайте по луту. Солчата, люди. Наш шмотка с рейда, один токен и пуха свеча. Если вы слакаете, АФКшите без предупреждения. Это минус кровь. Так, на первом боссе стим просто звездочки на вихре. РДД бьете ребро, милики, шипы, которые будут возле звездочки. Ребро будет просто ходить во время вихря по танкам. Вам ничего не надо делать, просто стоять в центре. Никуда не отбегать. Чек на пол. Если же ребро во время вихря будет в центре, никуда не двигаться, вы от него отбегаете. Пристабав. Давайте пристабав. Рыба справа стоит. Столик еще поставьте. Столик. А есть столик? Поставьте столик еще. Напишите в РК, на какой спек вы ролите. Ник свой и спек, на который вы ролите, напишите. Забирайте хапу, пацаны. Ну, понятно, что ты говоришь. Макдак, ты тут? Да, я тут, пристабав, а не вижу. Давайте пристабав. Не надо писать, если вы на мейн ролите, ничего не пишем. Все, дали тебе пристабав. Мало кто знает, что нужно на мейн БДК, поэтому лучше не писать. Пошел. Стрим звезде, лучше отбегаем влево-вправо. Во фрейме, не заходим во фрейм. Давайте, шипы кастуют, все в шипы поиграем сейчас. Или зона шипы. Новые лужи появляются, надвигаемо. Все, все спайры друг потом дать. Новые шипы. Поздно нам про СС уже говорит. Отбежали от лужи, бьем шипы. Давайте, скоро вихрь будет. Танки. Мерцедин не разбежался. Так, отбежали от ребро, забагался. Бежали к звездочке желательно. Давай, Сакл Герцогини, бейте шипы все. Все в шипы сыграли, РДД, милики. От ребра подальше. Будет хил, давай гимн от хил. Новые шипы. В шипы играем. Хилы на шипе. Луну слить. Мэрки, давай гимн отхил. Новые шипы встали под боссом. Давайте в шипы, потом под босса все. Все в шипы. Трусы в шипы. Макси, поднимай, он летаемо. Стали под боссом. Суж вышли. Новые шипы. Жесс, выйди с лужи. Новые шипы сейчас будут. Убежали от лужи, играем в шипы, потом босс. Танки, разбегайтесь. Убежали от ребра. РДД встали возле звездочки, бейте босса, милики. Шипы отбежали от лужи. Шипы сейчас сыграли. Ламповый, давай гимн отхил. Отбежали от лужи. Бейте шипы только. Давайте бафать Лока. Осколок.
Приткин роль. Нелли кольцо. Перелогнуть, Олег. Shit, my main. Пипец. Так, Питкин, у тебя есть БДК на этого босса? Заметили, у нас с ДПСом проблемы. Не слакайте, пожалуйста, на этом боссе. Пару человек уже будут. Значит, слева два БДК танчит. Справа протопал. Герцогиня, знаешь, тут что делать? Теперь все паладины с пула прожимаем блайнд жертвенности на игрока в рейде. Следим, чтобы был этот скилл всегда на КД. Соло следим, чтобы до контроля был след звездопад, ДК, антимагию сливать до контроля. Сейчас убираем все баф молитва защита темной магии. Так, СС давали Локи? Нет. Максимус, давай на Макси. Он летает на Apple Box. Черничка на Нереварина. Беги, малышка, беги. Слева бьют милики, трэш, справа РДД. Если одна из сторон не справляется, вы помогаете друг другу. По контролю. Кресты, становитесь слева или справа в кучке, желательно. Там, где весь рейд стоит. Фирьте по КД, когда кого-то кидают в контроль. Совы, там Apple Box, Луну, Нереварен, Квадрат. Все маги контролем. Трусы, все Локи, Луну. Столик ставили на прошлом боссе? Да, поставьте еще раз, я завтыкал. Все, не надо, не ставьте, дали еду. Крикс готов. Каску, крест по Локу. Каску. Крест по Локу. Есть уже, отлично. Пошел. А, забыл сказать, первый, на второй фазе босса хватает Макдак сначала. Потом Питкин. У нас слабый на пул. Следите за ДПС. Играйте в трэш сейчас. Все в трэш сыграйте. Этот БДК протопал, подводите ближе трэш. В центр желательно. Быстрее после сливайте трэш. Нереварен, поднимая по бокса. У меня камень, я после лужи встану. Все, не надо. Контрольте квадрат, луну, трусы, быстро. БДК АМС не слил, не могу законтролить. Даня, ты сливал БР? Не-не. Нормально. Так, отдал БЛ. Кресты, диспельте все хоты с леди. Играем снова в трэш. Трэш сыграли все. Справа трэш добить. Быстрее справа бьем трэш. Герцогиня, подводи ближе трэш, чтобы мелики быстрее доходили до этого трэша. Контрольте людей. Законтролил квадрат. Контрольте турсы луну быстро.
Много кош надо сливать. Я же квадрат контролю. Ну я на всякий случай. Не, кто-то до меня его сейчас контролил. С ним внимательно слушал. Трэш вышел, все в трэш играйте. Ну, два БДК, заберите трэш, ё-моё, два БДК, четыре моба, в чем проблема? Даня, подымай апплбокса. Ой, я же летаю. Контрольте людей. Бафайте Лока, бафайте сову. Добивайте трэш, переводим босса. На полном Макдака. Будет трэш. Фаза будет трэш сейчас. Вышел трэш. Давайте, все в трэш сыграли. На звездочку посмотрели и в трэш сыграли. Там трэш стоит. Лампово, прыжни уход в тень. Вышли духи, отбежали от духов. Появляются духи, ты всегда в виде духов. Контрольте людей, стоповый дамаг. Напуливайте на Питкина. Опять вышел, вышли духи, отбежали от духов. Веди леди к звездочке. К звездочке веди леди. Видишь, где звезда? Открой глаза и веди туда. Все сыграли в трэш. Возле звезды трэш. Расконтролили людей сейчас, 5 секунд до контроля. Контролим людей. Луну в контроль, я в луне. Луну в контроль, быстро. Локи, маги, где контроль? У тебя 3 сопротивления прошло. Не повезло. Отбежали от духов. Веди на другую сторону, леди. Господи, я что-то тем трепета поставил в контроле. Давайте в трэш играйте. Все в трэш, отбежали от духов. Напуливайте на Мангдака теперь. Контрольте людей. Луну законтролил. Отбежали от духов. Уводи леди с под духов. Уводи на другую сторону. Так, Вивальд, давай гимноману ставлю тотем, отбежали от духов. Отбежали от духов, сейчас появится трэш. Ты сливал? Да, сливал бы. Контроль был. Смотрим, сейчас будет контроль. Так, трэш вышел. Уводи с под духа леди. Отбежали от духов. Сейчас будет контроль, готовимся контролить, все контролим. Контролили сову. Быстрее сову в контроль, луну в контроль. Богдан, поднимай Максимуса. Отбежали от духов. Отбежали от духов. Молодцы, что хлопаете. Играйте все сейчас трэш. Бафайте Лока. Ладно, не бейте трэш, добивайте леди. Отбежали от духов. Не хлопать духов. Контрольте людей, добивайте леди. На все воля господина. Какой-то напряженный бой. Мид завис. Осколок. Фантастика. Тапки на Мелика. А почему я не пала? Все не дали.
Да у нас не гирает. Баф эти павших людей. Крестов, локов, друидов. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Это заклинание. Джесс, ты тут еще? Да. А че ты еще играешь в Вовку? Что ты там делаешь? Какие-то ачивы? Ага. Какие? А хочу это двой меч с Рагнароса выбить. Легендарный, который. Сульфурос? Нет, Сульфурос у меня есть. Сандер какой-то там. Громовая ярость. Да. Понятно. Надо было раньше упало, да. Гара мне упало три пары наруч, причем подряд или через один, а с огненного ни одного. Сейчас это дело захерело с лутом. Как было раньше выбивать, когда нужно было два раза Рагнароса вызывать, не надо было делать ивенты. Эти все ранцы запускаю босса. Макдак, герцогиня тоже берите. В пушку сядьте в левую. Набирайте энергию 90% и разряжайте, когда увидите корабль. До боя еще. Им команде убивайте мобов. Давайте прилетели все, бейте много. Все прилетайте. Меня слышно? Теперь да. Ну да, я походу забагался, у меня ничего не видно, ни корабля, ни мобов. Я просто бегаю. Прижми камень, потому что у меня. Вот нужен с кораблей. Давайте последний маг. Тебе лут нужен? Да, мне кольцо надо. Хорошо, что тебе кольцо надо. Не зря пропадет. Ну я подожду, пока, я не знаю, может разбагается. Хуй знает. Попробуй корабля спрыгнуть. Пробую установить. Ну ладно, забей.
На, я что-то подумал, что ты ретриком. Я забыл, что ты с собой. О, все, я тут. Запускайте сразу фурка в роли. Поставьте шкаф, суммоните антихама, потом еще. Так, выпали твои кольца, наручи. Правильно. Скаф и запускайте сурка ролл осколок. Питкин сегодня в ударе просто. Дайте лапку, пожалуйста. Так, это никому. Ну да, тут хлам выпал, можно себе забирать. Дали бафы заново все. Каску под друидом. Дам тебе грудь потом. Сейчас дам грудь тебе. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит... Да, присунили это антихама. Чернокнижник. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой... Ну нет, не панролу. Ты уже забирал одну вещь. Теперь... Вандерлей забирает вещь. Парни, тебе есть кулак. Тебе 8 минут вполне хватит. Маги, как вы распределяете? Плятинка. Я по миду. Мид я на... по Игорь по плинту. Ничего не понял. Ладно, надеюсь, разберетесь. Дайте бафы по антихаму. Каску не вижу, крест. По крестам дайте. Каску там хотя бы. Давайте в трэш все играем. Все в трэш сыграли. Ром добить, ром вырастает сейчас. О, плохо. Спасибо за бафы. Так Рик слакает с этим, с кокогурчиком. Давайте в трэш опять. Давай, мастан, помогу на щит мстителя. Точечный стан на кружок. Еще два трэша, скорее всего, будет. Трэш выходит. Все в трэш. Мерки, пой гимну ману. Тайл ТТМ. Хиллеры. Плохо,
что на магов и налогов нитки это плохо. Так, давай сакру под конец. Мит, а что ты дамажишь в аркане? Тени тушку. Потому что больше дамаг. Видали, все, ну-ка посмотрим в рекаунт. Войд 18495, нихуя. Это не рекаунт, Войд. Я думал, я 15к только могу давать. Все, блядь, нихуя себе. Богдан, ты сколько за звездопаду дал? В награду. С матерью и предками. Так, солчата надо кому-то воля? Я даже мог мага передамажить, но, наверное, пока что не судьба, да? Но тут бой долгий, поэтому, скорее всего, три. Я еще по мане... Ты школу давал? Не-не-не. Ладно, разрулим волю после лича уже или по истечению времени, чтобы никто не ливал у нас. Защитник. Воин, охотник, шаман. Козырь неплохо дал. Я не знал, что я 18к могу давать. Вы по трэшу линканите, а не ДПС реканту побольше. Ладно, давайте ролим волю. Тут, походу, анал чату никому не надо. Идем на чмок. Это, блять, вообще позорище. Кстати, не знаю, как я афликом дам. Ну тут на мейн сначала ролит. Черничка, блин, тоже 9к. Давай посмотрим ДПС. Да. Я бы даже в Африка не спеглся, если бы не умеете играть. Да, это позор, конечно. Черничка, 5 и 9. 9к ДПС, это, ну, в 4.8 можно дать 9-10к ДПС Африка, даже меньше, ну, даже в 4.5, наверное, если к вам черк. У нее есть 4-10, у нее есть даже руна и, ну, подзорная труба нормально, можно 12 выдать. Я там хоть третье место займу среди ШП, кто-то 20. Это чувак первый в аккаунте. Так, посмотрим по ЕПГП, кто выше. Питкин или Морден выше. Давай трейд. Короче, ясно, когда надо за Олей ходить. Угу. Да я хожу, когда он 10-й КД, мне нихуя не падает. Трэш бить не модно сейчас. Вальку точно играем. Какой общий ДПС там? 270, наверное, да? 292. Да. Вот этих пацанов с меньше 10к ДПС на чат, конечно, менять надо. Блять, как можно Африкам 6.5 дать 15к? У меня, блядь, в голове это не надо. Слава, линкани серебра, урон, пожалуйста. Да нету у меня, я не знаю, как линковать серебра. Я вот, ну, удаляю, типа. Наблюдите или как? Ну, ты крестик. Не понял. Блин, сейчас будем страдать на профи. Может, стоит не профи пойти? Седра, кровь. А потом в профи подменить партию. Ладно, погнали на седру. Тем более там трэша много. То вы устанете потом его бить. А лучше на кровь уже пошли. Это седра тоже легкая. Что будет хилить? А это, Дань, у меня под конец, короче, не перешло на это, на солнечное затмение, и я, короче, просел жестко. Потому что, по сути, я 40% проиграл. Шли с звездой. Ну, мы, в принципе, весь бой шли вровень. Кулак по варам. Так, давайте еще раз. Мит, ты на кого МК кидаешь? Я кидаю... Гори. И гори. Да. Ну, кинем Кайрому. Да, не успеваем посмотреть. Что?
Ты прерываешься. Ты офаешься. Ты уходишь? Понятно все с тобой. Да я тут, ёпта. БТК тоже очень мало дал. Ну это ладно, пук. Товар. А тот ДК, который ролили, вообще ничего не набили по трэшу. Трэш типа не, можно не бить теперь? Все, можете не это... ГЦ с победой. Давайте потом будем звездочку, все в звезду играть. Если кто-то сагрит остальной трэш, потом да в кружок. Сначала звезду играем, никто ничего не агрит. Она не притягивается хваткой. Какой-то, короче, такой, ну, ДПС. Звезду играет. Ну, потому что у нас два мага 5.7 недамажущих. Так он и даст больше, там, 15к даст, наверное. Второй маг, мультик, если у вас 5.7 и фаер спек, делайте ФФБ спек. Так, давайте. Сейчас... Так, убили, добейте мелкий трэш. Давайте теперь в кружок все. А чё, я маленький дамаг какой-то? 13. Кто ты? Сейчас посмотрим. 13500, ну типа да. 6к. Там 16 должно быть, ну минимум, ну, делая отсылку, что это ты, как бы. Так а зачем ты в аркана спеклился, чтобы ДПС меньше дать? Странная у вас логика. Ладно. Ну это миф спрашивал про 13к? Не у тебя. Не, я там отвечал в ПМ просто. Не, давай. Кого-кого на Войда можно похвалить. Ну, кстати, да. Нечасто такое бывает. Герцогиня, врывайся в трэш, ДДК тяни звезду, все в звезду играем, никто не будет. Хотя не, Войда не надо хвалить, сейчас еще это зазнается, да, блядь, нет, перестанет, да, писать, да, в переписку, да, водить идите, рейды. Да вы не думайте, что я зазнаюсь, я вообще не гордый. А ладно, это просто, говорит, я только пристав про товар. Ну это вы хотите, чтобы, ну, я так говорил, я вас поддерживаю. А? С учетом, что это сурок был, у нас наличие будет еще меньше ДПС. Ну да. Первый по трэшу на сурке. А кто первый там по трэшу, я не видел? Рога. Yeah. Разбойник. Хе-хе-хе, что-то там, сори. А, так он, по-моему, в мультике вообще, не? Прикольно. Надо в этом. Да, реально мультик. В рейд рекордов пойти, где 360 плюс ДПС, там, наверное, 20-ку можно шипешкой дать. Привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы. Слышишь, Дань? Че? Я вот это ж, ну, варыш, типа, одел, короче, но что-то так неохота им идти, сейчас, как дам 16, обрыгаюсь, блядь, и все. Скорее всего, удалю его вообще. Да что-то у меня тоже варом ходил, что-то вообще, ну, 20-ку даже не могу что-то дать. Тяжело, ну. Там 19500. Это на личе, я вчера так кливала, так старалась. Не, на личе 20-ку, ну, легко дать. Мы посмотрим ДПС Сорфанга, кто был трэш. Рога первый. Странно. Твой так выдал. Линканию. Ну я, короче, вешал на трех мобов, по-моему. Или первую пачку я вешал на двух, а потом на трех два раза.
Два челика с волчата нормально выдали по трэшу. Да у БТК там ОВС, он не режется по трэшу. Там он даже так что переключался. Ну ладно, здорово, спасли рейд от вайпа. Спекайтесь в ДД, о, в хилов. Бой. Ставьте джипсы, у кого есть. Бой повис. Наверное, кто-то mm-hmm. диспейлил, да? Не, бой висел еще, когда мы только начали чистить лед. Значит, будем двоем хилить. Чек на пол. Подожди, спекнуть хила. Может лучше... Да, надо диван дать, кто в хила будет спекнуться. Я в хиле... Ладно, прожми Enter 4, Джесс, и спекнись. Давай только. Но мы потом не портнемся, нам бы типа. Мы умрем на Синдре. У тебя боя нету? 15. У меня нет. Киньте или диван тогда на войда кто-то в холле приста спекнуть. Зачем на меня это кинул диван? Тебя Джесс кинул, вроде. Как огурчик кинул. Макс, Тимырки на рейде, остальные на боссе. Все, я понял. Звездой летаем. Звездой! Звездой! Да, конечно. Чек на пул. Ты же на рейде, да, спеце? Да, погнали. Дайте каску. Ну, каску по себе дай. И все. Кавказ. А че на народ погнали нахуй? Угу. Телетрик вышел, или мне кажется. Не понял. Чё? Ничего, ничего, ретрик вылетел, наверное, зашел уже. Пособдаим. Пожалуйста, поставьте ауру скорости. Воин света аура. И бейте взрывом присты, пожалуйста. Гены нет. Так, порталы. Справа две штуки вижу. Там бейте. Бейте взрывом разума. Полетели. Дай ауру свой на света. Ну, Джесс, что ты не с нами летаешь? Все позже за что вы улетели? Так надо к нам лететь. Давай, Даня, поднимай Богдана. Вариант. Макси, поднимай еще раз. Убивайте кастлдерному зомби, это же, в принципе, не так сложно. Так, огурчик, давай этот ауру воина света. Так, давление слева, справа. Thank you.
кинозвездой. Смотрим следующие порталы. Собираемся в центре у ворот. Давление справа 2 штуки. Сегодня порталы и рост. Снять чё, Руальди? Подымай. Двое. Меня нет. У меня. А у тебя есть бага? А, да. Уже есть. Я бафал. Странно, я открыл сундук. Осколок. Надо запять хам выбор. Что такое? Кто там просился в рейд? Топор убить. Напиши нам в ПН. Блин. Спроси, есть ли у разбойника комбат. Хенри, комбат есть у тебя? Так, блин, надо было посмотреть заранее его спик. Искал комбата, я бы тебя не взял просто тогда. А мутик он что, в одну цель херачит? Какой крит? Нет. Зачем нам крит? Нам надо до 4% из урона по меликам. Так эти 3% вроде паладины дают, да? Нет. А, то есть рога дает еще плюс? Мутик. Паладины только крит дают. А комбаты и армсы дают. Для конкретно физурон 4%. Нет, он спрашивал за мутика конкретно. Мутик вон линкует, это мастер и дворень. А, да, да. Ретрик. Как это ретрик. Ретрик дает, у нас ретрик. Да, рейдинг есть. Кто не зашел еще в этот на ивент? На тейбл пока. Тыкните на сумон, сумоните мой кефир, какого нет боя.
верляпов какой-то зашел. Маги, дайте клинку. Он уходит или просто хочет, чтобы его поменяли? Кто? Ну этот, Анар. Не знаю, не уверен в себе. Где она? Когда надо будет, тебе реально в тело уйдешь. Сейчас бы просто Синдра и лечь и все. Да? Как 50 ткани ты получить, Олег? Что ты говоришь? 50 ткани интеллекта на паладин. Маны, вернее. Блин, суки, на интеллект. Пласка на интеллект. С БК трини на интеллект. У меня трини так на интеллект. Вот этот мольба и Италик. Там что 50 Маска нужно мету поставить. И еще не поставить. На интеллект. 30%, ну 30%. Там мета на 2% инты есть, но она невыгодна. Лучше на прох, на манорегента. То есть, ну если ты ее поставишь, у тебя будет 250 команд. Но смысла от этого нету. Этот лучше? Да, конечно. Ну, сейчас вообще нету смысла, что с печатью света хилит, что с печатью мудрости. У нас все уже одеты, кнопку одну тыкаешь. Все. Ну не, да, это вообще угасающий отстойность. Надо три камня красного ставить. Я эрдро не холипал. Не, тебе просто типа говорят, что вот этот мета-сокет, он дает типа 2% из-за этого инсу. Походу у нас это на сервере ИВК вообще не популярно собирать. Ну нет. ИВК 25? Ну ладно, молчать, 2 часа уже с половиной собирают. Есть тут люди, которые читали такое произведение, как Дюна Фрэнка Герберта. Только играл. На всякий день. Мне довелось читать это произведение. Ну, даже фильм смотрел. Есть старый, короче, со Стингом. А есть новый 2000-х годов. Вот он хороший. Советую. Игра на Сеге все равно круче. Ну, блядь, ну по тем временам, конечно, это бомба была. Я спицами в порт от джойстика тыкал, короче. Не спицами, иголками. Мой брат, короче, иголками тыкал, он знал, как стрелочки водить вверх, не справа, влево. А я, короче, пальцем, ну, мы солили палец, короче, и тыкали, короче, вот, ну, машинки эти все отправляли. И всю игру так прошли, короче. Да мы саморез включили, когда отламывался джойстик. Ой, лол. Кстати, удобно с саморезом, то есть... Ну, ты понял, я думаю, да? Да. Пальцем, правда, охреневаю тут саморезом. Ну если бы скиллованные были малолетки. Вообще. Что творилось потом? А у кого самый короткий дротик? Чё, короткий? Вот слышишь у меня. Снимайте все бафы, будем умирать. Никто ничего не хилит. На 100 ледяного змея его снимать? Не. Ты
такой богатый. Да я пошутил. Ой, сними диван. Не надо диваны всякие снимать, умирайте. Я думаю, Синдрагосе не хватает секса. Все. Я встаю, порессую хилов. Я уже встала, сори. Не, в рефике оставаться или спекаться в хилон? Время вид из окна унылый. Лед, 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 лед. Черная земля, лед, лед. Да, привет. Здравствуй. Привет. Ты что там процитировал? Кто я? Рыбарка. Да. Пойдем хоть его. Будет весело. Танки, у вас форшмот есть? Хорошо. Во второй фазе меняйтесь, пожалуйста, как можно быстро. То есть БДК получается так, там 5 раз. Ты, герцогиня, там чуть больше все на себя. Ты, Макдак, идешь скидывать стаки. Сразу скинул и сразу идешь забирать босса у герцогини сразу. Все делаем сразу. Желательно, чтобы не больше 3 станков у вас было. Поменяйте обратно. 4 обычно получается. 4-5. Ну, да я все утрирую. Просто то некоторые любят по 7, по 8 стаков набирать. Пишите рыбу. О, реально. Больше урона по тебе идет. Все метки под босса носим. Вот и все. Крик с нефа кашет. О, он не тайм СС. Макси. Меня с ШПшкой с пятой. Черничка, не реварину, Максимуса по боксу. Дайте мне на реге по себе полазим. Прогульчик, дай мне. Кулак под ДК. Есть не такая кулак. Все, без кулака побьешь. Крикс готов. Крикс. Все. Пускаем. Нет, не выносится. Только по команде РЛ выносится влево. Бегаем от притяжки. Длань свободы на БДК даем.
смотрим метки. Метки уносим вперед, дистанция 8 метров друг от друга. Мырки-фырки, давай, считуем метки. Вот эти метки. Спрятались. Так, слева падай. Все глыбы до 200 тысяч без дот. Слева, сзади падают, отбежали. Метки до 200 тысяч подбили, слева метки подбиваем. Метку, за которой стоим, не бить. Слева падает. Макси, поднимай Питкина. Хватит базарить, вставай. Димна... Нормально. Не надо уже Димна отхил. Забыл что-то. Давайте бафы по АДК. Кулак, каску, пристабав лапу. Тяжко смотрим. Беги, малышка, беги! Чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Ты мне умрешь под дыханием? Нет. Дот эти заново в синдру сейчас взлетит. Жесть. Нормально. Руки покасарил. 10 лямов не хватает. Прикинь. Так, давайте метки вперед. Спрятались за метки. Справа, сзади оббежали. Оббежали за нами. Слева, далеко. Метку слева не бить, 160 тысяч. Крайний слева подбивать. Крайнюю слева слить. Благодарность. Плевайте метки. Метки быстро, крайнюю слева слить. Все, сейчас фаза вторая будет начинаться. Никто ничего не стакает на последней фазе. Вот так тоже никто не выбегает на последней фазе. О, опасно, дружок. Тяжко смотрим. Беги, малышка, беги! ДК, напрягайте нормально. Так, все, запомнили, где череп стоит. Здесь будет стоять РДД-зона. Метка может меняться, но сюда отбегайте. Походу еще взлетит. Ого, такого я еще не видел. Давайте больше дамага. Не успели. Жесть. Давайте метку под босса. Хенрик под босса, милики отошли в РДД зону. Отбежали, а, отбежали к Сидре. Сидре отбежали. Спокойно, давай сакру. Метку слить. Сакру давай. Войд гимн отхил. Следующую метку под босса. Питкин под босса, АМС, незыблемость, прожми, спрятались за меткой, по центру встань. Не ты бить метку, ждем. Поверни чуть-чуть налево. Ждем притяжку. Не направо, ари, налево. Ари. На ари. Метку слить. В сторону уноси метку. Мырки-фырки в сторону, давайте рост РДД, метку. Макдака слейте. Лек, ты шаман. Applebox. А, да, забыл. Applebox. Поднимай Джеза. Милики отошли в РДД зону. Стою.
сейчас скажу. В сторону уноси, Крикс, в сторону. РДД метку. Мелики босса, хилы сейчас справятся. Следующий под босса несем метку. Под босса мид. Мида надо захилить. Вот так. Я не успел. Скидывались. Не метку не бить. Забыл про плетяшку сказать. Отбежали. Метку слить. Следующий под босса. Что это было? Что это за говно было, блин? Баг какой-то. Дыхание, там, да? Там во время дыхания походу. У того все было такое. Я не поворачивался на рейке. Ну это баг, когда во время каста дыхания таунтишь, ну типа в рейд дышит. Ну так хорошо все шло. А метку можно влево выносить, а не вправо, чтобы танки менялись? Так и нормально скидывали. Да, выносите влево тогда. Танки будут меняться. Ситуация не ок, пошла с первой группы еще по дорогу откинул. Ладно, пока... Это... Был вайп из-за бага, ГП не буду накидывать.